Сегодня на пресс-конференции в Москве двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о своем намерении выступить на зимних играх в Пхёнчхане. Если это произойдет, Олимпиада 2018 года станет уже пятой в карьере 32-летнего фигуриста. К этому нужно подойти, подвести свой организм полностью. Я не хочу, чтобы был организм так 50 на 50. Должно быть 100%, 100% здоровья. Если здоровье позволит, то мы уже приступили к новым четверным, изучали новые четверные прыжки с Алексеем Николаевичем Мишиным. Напомню, что в последний раз Плющенко выступал на Олимпийских играх в Сочи, где он стал чемпионом в командном зачете, но снялся с личных соревнований из-за травмы.